Всем привет, дорогие мои друзья, в эфире по-прежнему Ли Супер Дизет, и мы начинаем нашу старую добрую программу по FIFA 17, где мы сегодня продолжаем карьеру за ЦСКА, продолжаем мы первую половину декады футбольных турниров, и сегодня мы продолжим играть. Вот, мы остановились на следующем матче, это матч с Томской Томью, который имеет... Ну, максимально другие шансы на сохранение места. Там промоушен и релегейшн вообще нету в РФПЛ. В этой игре FIFA 17. Вот посмотрите, у нас обновился только что рейтинг тренера. У нас обновился рейтинг тренера. И обратимся к нашей таблице, потому что у нас будет 17-й тур. 17 туров РФПЛ. 48 очков у ЦСКА в случае победы набирает 51 очко. 42 очка у Краснодара. 32 у Рубина. 10 очков отставания от Краснодара. 31 очко у Зенита. 26 у Ростова. По 25 у Спартака и Анжи. 22 у Локомотива. 19 у Урала. По 15 у Терека и Арсенала из Тулы. 14 набирает Уфа, футбольный клуб Уфа. 13 у Крыльев Советов и Томской Томи. 11 очков у Оренбурга. Они поднялись на 15 место. И если в случае, если Амкар проиграет, то команда Роберта Евдокимова станет 15-й. И Амкар станет уже 16-м, если проиграет. Итак, обращаемся к бомбардирской гонке. В бомбардирской гонке у нас 16 очков имеет Роман Еременко, 9 Павел Мамаев, 9 также Олег Шатов, 9 Алексей Косилин, 8 Лосинатор Оре. В случае, если он забьет еще 2, то он вроде как, то он, может быть, поиграет на втором месте. Отыграется на втором месте, потому что Мамаев имеет 9 мячей. 7 мячей у Попова и Джонатаса, 6 у Карадениза и Смолова. 5 у Обертана и Прудникова, Бо, Дэвича, Торже, Яховича из Крыльев Советов. 4 мяча у Гацкана, Булендин, Гола, Игнатьева, Сапульведы, Эбеличо, Эмиленова, Биг Фальви, Промеса. В общем-то все. Азмун где-то в самой низкой точке спора бомбардиров. И опять же, вернемся к разговору по голевым пасам. Дзагоев имеет очень хороший рейтинг, 8 передач. 7 передач у Еременко и Гасилина, 6 у Фернандеса, 3 только у Лосины Троре, 3 у Боу и Попова, 3 у Павличенко, 3 у Калешина, по 3 у Карадениза и дальше уже Дэвич 4 очка, то есть 4 голевых передачи, Рязанцев 4 передачи, Азмун 5 передач, лучший из представителей Ростова, если не брать Дмитрия Поза, у которого 3 мяча. Михалик 2 передачи. 2 передачи у Михалика. Горбанец 2 передачи. Березуцкий также 2 передачи. Он пока что лучший с места 20 по 25. В местах с 10 по 15 лучше, с 10 по 19 лучшим идет сейчас Троре. Конечно. А в самой тройке уже Дзагоев, Еременко и Гасилин. Много Еременко и Гасилин не помогают команде. Дзагоев попытается отдать как можно больше передач. Ну и опять же, возвращаемся к разговору по играм в сухую. По сухим играм. 9 сухих игр у Акинфеева. 8 у Ладыгина. 7 у Саслана Джанаева. 6 у Рыжикова. 5 у Крицука. Плотность вообще одна победа. Одна полупобеда в сухую. У Забалдонова 4 мяча, у Фильцова 4 игры в сухую. 4 победы в сухую. 3 у Реброва, 3 у Юрченко, 2 у Пелинова, 2 у Абаева, 2 у Лории, Гадзюр 2 победы в сухую, Чепчугов 2 победы, Коченков 2 победы, Городов 2 победы, Кержаков Михаил 1 победа, Синицын 1 победа, Гильермо 1, Абакумов
одна победа Селихов, одна победа Лунев, одна победа Исшелия, одна победа в сухую. Теперь по следующим показателям. Это желтые карточки. 5 только у Вермлума. 5 также у Гола. 5 у Дропы. 5 у Тигиева. 4 у Ершова, Фернандеса, Камбарова и Миковича. У Кузьмина 3 желтые карточки. У Вилла 3 желтые карточки. Засеев 3. Бардачев 3. Фернандес также 3 карточки. Один из пока что тех, кто получал желтые карточки на 13 месте, это Вермлум и Фернандес 3 желтые карточки. Померка 3. Кулаков 3. Аваль 3. По 2 желтые карточки имеют Навас. Новиков, Шишуков, Березуцкий, один из наших игроков ЦСКА, за которым мы сейчас играем карьеру. Смирнов, Янбаев, Черенчиков, Оявеля, Гранквист. Ну и в общем-то все. По красным карточкам у нас ситуация, конечно, ситуация проясняется по красным карточкам. По одной красной карточке у Данцева, Аликина, Гарси, Файзулина, Шишкина, Ещенко, Санчеса, Маурисио, Померка, Агуде, Кулакова, Перейра, Дропа, Малаха и Панкова. Между прочим, три игрока Урала, два игрока Зенита и по одному и два игрока Оренбурга. Даже три игрока Зенита, три игрока Урала, два игрока Оренбурга и все остальные, кто последовательно, и все остальные представляют по одному клубу, имеют по одной красной карточке за весь сезон. По одной красной карточке. Главное сейчас не промахнуться. Главное сейчас не промахнуться на каких-то либо красных карточках и даже на желтых. По трансферам у нас, давайте сначала посмотрим на календарь. По календарю у нас 4 декабря. Следом будет идти матч с марсельским Олимпиком, который мы вам также покажем. Причем это будет наиважнейший матч в нашей карьере за ЦСКА, тренерской карьере за ЦСКА. Итак, судья Алексей Бараховский на правом верхнем углу вашего экрана. Только пишется только название судьи. Сегодня мы в снег будем играть. Уровень сложности профессионала, как вы знаете. Быстрый матч 16:00. Представлю вам состав Д'Анджело Полка. Как выставил он этот состав? Кстати, по новостям о голах нету ничего. Никаких матчей. Акинфеев в воротах, капитан команды. Два защитника в центре. Березуцкий и Василий Алексей. По краям Георгий Щенников и Марио Фернандес. В опорной зоне действуют Вермлум, Дзагоев и Цауня. По краям полузащиты Миланов и Тошич. И закрывает вот этот... И нападающий Мозес Симон открывает вот эту атаку в схеме 4-5-1. Соответственно, мы выходим на поле. Выходим на поле и... Все, что у нас получится, то и получится. Главное не проиграть. Потому что матч с марсельским Олимпиком не был просто чистой формальностью. Вот. Нажимаем Options. Итак. Вот он, снежный российский футбол. ЦСКА Москва, Томск. На арене ЦСКА. Вообще... Не вижу никаких предпосылок, чтобы в 18 лет сделали русские арены для РФПЛ. Но, может быть, это когда-то произойдет, но это не сейчас. Итак, вы видели только что таблицу, о которой я вам начал говорить. Лучшие результаты дома. 21 очко ЦСКА, у Краснодара 21, у Рубина 20, у Зенита 19, у Локомотива 14. 7 побед у ЦСКА, ни одной ничьи, ни одного поражения. Правда, редко мы пропускали мячи, но это уже не тот случай. Вот уже первые дропы появились. Состав ЦСКА я вам уже называл. И, кстати, по запасным странам Верфолохен, Главин и Чепчугов запасной вратарь. Еще есть Алексей Ионов. Кстати, давайте обратимся к нашему
к нашим запасным. Страндберг, Фалахен, Головин, Набабкин, Чепчугов, Ионов, Паласиос. И вроде все. Продолжаем. А состав Томми будет сейчас через несколько секунд. Вот он, Дэнджел Полк. Итак, нам предстоит сейчас посмотреть состав команды Томск, Валерия Петракова. Коченков, Камбаров, Пулич, Дьяков, Бардачев, Лях, Дудиев, Немов, Балякин, Балаякин, Пудин и Бигфальви. Валерий Петраков выставил состав на сегодняшнюю игру. Запасные вы могли видеть на наших с вами экранах. Сейчас первый удар по мячу будет за ЦСКА. Алексей Бараховский, главный арбитр сегодняшней встречи. Главный арбитр сегодняшней встречи Алексей Бараховский. И все начинается с центрального круга и с команды ЦСКА. Мозес Симон отбирает у него мяч. Цауня. Симон. Загоев добирается до мяча. Тошич. Не очень сильный пас был. Горблом. Как-то не получается посыл ЦСКА. Но надо выставить атаку Томи. Томской Томи. Надо выставить атаку Томской Томи. Вот Щенников едва ли чуть не обработал мяч. Но пас перехватил игрок Томской Томи. И Фальви. По-моему, нет, по мнению судьи. Не было, по мнению судьи, нарушения. А рефери развел руки в стороны. Все в рамках правил, можно играть. Камбаров. Дудиев. Петр Немов. Бигфальви. Вот Березуцкий молодец. Марио Фернандес. Зоран Тошич. Тошич бежит. Бежит Зоран Тошич. На отца у него был, конечно, точнейший пас. Симон. Ну и первый гол ЦСКА в этом матче. И забивает его 15-й номер Мозес Симон. Мозес Симон просто сейчас увидел, что никого в осаде здесь не было. И вот первый гол Симона в этом матче. Но какой он будет в бомбардирской гонке РФПЛ? Вот это нам будет интересно. Второй гол. Он где-то на 20-х местах будет. Мозес Симон. Так что вот статистика в пользу Мозеса Симона будет сейчас. Пока что Цауня и Симон временно заменяют и Еременко, и Траоре, травмированных во время этих матчей. О каких матчах мы уже показывали на каждых стримах и даже в записи, по-моему. Самой первой записи нашего карьерного стрима за команду ЦСКА, где мы играли тогда предсезонные турниры. Пудин упускает мяч и вброс мяча из аута за командой ЦСКА. Фернандес на Дзагоева. Прекрасно. Перебежал его игрок Томский Томи. И атака начинается как раз уже. Атака начинается как раз с Томской Томи. Но она была прервана игроком ЦСКА. Дзагоев. Дзагоев бежит. Жал. Несмотря на то, что сейчас. А вот Дзагоев. Ждать пас на Миланова. И 2-0. В самый уголок забил никто иной, как Георгий Миланов. Болгарин. Игрок ЦСКА. Забивает. Счетчики причем. Самый уголок. Георгий Миланов, конечно, красавчик. Итак, 2-0. Георгий Миланов, третий мяч в РФПЛ. Восьмой номер у ЦСКА. Ну вот теперь заживем, дорогие друзья.
Миланов и Симон. Единственные обладатели мячей в данном матче. Голевых моментов. Дудиев. Петр Немов. Прекрасно. Наверное, Лума пас был. Сауня. Симон. Пасует на Сауню. И вот такая вот атака. Сейчас надо почти заканчивать. И это был Коченков. Это был Коченков. Точнее. Коченков перевел мяч на корнер. В нашу сторону. Точнее, в сторону Томи. И будет угловой. Корнер. Тошич. Подает Тошич. Прекрасный гол Березуцкого Василия. Прекрасный. Прекрасный гол. Еще раз смотрим. Почти от руки голкипера было. Давайте еще раз взглянем. Рука не помогла. Рука Коченкова не помогла. Вот Дэнджел Полк уже радуется. Василий Березуцкий. Третий мяч с Василия в РФПЛ. Он сравнивается по этому показателю с Георгием Милановым. А соответственно, они уходят на 10-20 места в РФПЛ в бомбардирской гонке. Пулич на Дудиева. Дудиев бежит сам. И сам идет вперед. Сам идет вперед. Дудиев. Обкрадывает его Георгий Миланов. Вермлум. Сауня. Симон. Симон бежит. Разворачивается. Симон это... Мозе Симон это как бы наш Квинси Промес в Спартаке. И вытаскивает Коченков. Он вытащил в этом матче сейчас. И удар головой в направлении Бардачева. Бардачев. Пугин. Прекрасно сыграно. Все в рамках правил. Можно играть. И затолкали Мазаса Симона. Петр Немов. Лях. И вот Пугин ошибается. И Дзагоев. Принял передачу, но не принял передачу ему за Симона. Лица у него. Мы еще уточним. Камбаров. Кирилл. И Петр Немов не успевает. Зоран Тошич. Пока что 3-0 мы ведем. Мы ведем пока что 3-0. И все интересное будет еще впереди. Тошич разворачивается. Навешивает. Обратный навес. Руки Коченкова уже играют. Щеника! Рикошет и отрикошетил мяч на кого-то из игроков Томской Томи. И команда начинает атаку. От вратаря. Пугин. Сохранил мяч для команды. Но это уже не... Но это надо заканчивать. Но это, конечно, не в пользу Томской Томи такие удары. И причем никто не наносил ни Немов, ни Камбаров, ни Бигфайли, никто, ни Дудиев, никто не наносил, ни навесов, ничего. Вот только сейчас. Дудиев. Навес. Не было, по мнению судьи, игры рукой. Все в рамках правил, можно играть. Тошич. Тошич. Навешивает Тошич. Соня! И Коченков на месте. Камбаров. Дудиев. Аслан Дудиев. Пасует на Кирилла Камбарова. Немов. Но Цауня страхует свои силы. Цауня бьет. И неудачно. Итак, мы видим то, что сейчас мы видим мы. То, что сейчас видите вы. Это сейв Коченкова. И корнер на стороне ЦСКА. Ай-яй-яй. Щеников, дальний удар. Еще. Удар низом прямо в руки Коченкова. Пулич. Пулич на Пугина.
Лях. Биг Фальви не успел. Вермлум пытался перехватить. Цауня. Дзагоев. На Симона. Семен еще будет простреливать? Нет, не будет простреливать. И даже удар не пришелся. Рядом со даже удар не пришелся. Он рядом со штангой пролетел. Давайте посмотрим. Вот так вот. Рядом со штангой практически. Ну а так, команда ЦСКА впереди. Команда ЦСКА впереди. И Коченков пробьет этот ворот. И никого, ни на кого не разыграет. Алексей Березуцкий. Мозес Симон. Травмированных мы потом обнаружим в скобках. И ошибка. Какая ошибка Вермлума сейчас была. 3 минуты добавил Алексей Барховский. Они скоро истекут. Через некоторое время. Побежала атака ЦСКА. И где пенальти? Где пенальти? Бараховский. Но свисток на перерыв. Со счетом 3-0 выигрывает команда ЦСКА. Но пока еще будет 45 минут этого вот этого сумасшедшего дома. Здесь на Суперцитетском канале. В игре FIFA 17. Режим карьеры за ЦСКА. Итак, будут сыграны 4 декабря матчи Уфа Терек и Крылья Советов Локомотив. 3-0. Впереди ЦСКА. Им надо чуть-чуть подержать мяч, чтобы никого, чтобы так никого не... Вот из центральных опорников нам достанется... Центральная опорная зона будет вообще... Будет вообще как бы... Так, поменяем Загоева вот сюда. Правый полузащитник тоже вот так будет действовать. Теперь мы меняем на Александра Головина, поскольку Загоев уже здесь свое дело сделал. Продолжаем, собственно, матч. Итак, Александр Головин на место Алан Загоева, 17 на место 10-го. И он начинает первый удар по мячу, как бы. Но первый удар по мячу начинает Томская Томми. Томми из Томска. Футбольный клуб Томми. Дяков. На Пулича. Теперь надо понимать, какие ворота будем забивать мы. Петр Немов. На Ляха. Миланов. Отобрал мяч и на Березуцкого, на Щинникова. Вот такая вот комбинация сейчас произошла. Цауня. Отобрали у Цауни. Лях. 12 номер Биг Фальви. Лях. Попытался сейчас побороться Василий Березуцкий. Лях уже надумывает, какую атаку провести. Задумывает, какую атаку провести Томская Томь. Петр Немов на Биг Фальви. Блок от защитника. Головин. Бежала атака. Головин сам идет вперед. Быстрый. Очень быстрый защитник. Может от кого убежать. Но от Камбарова не убежит. Но брос мяча из аута за командой ЦСКА. Но не успел Георгий Миланов ударить с лету. Дуди. Команда Томми атакует правым флангом, но Березуцкий мешает это сделать. Помешал он это сделать. Фернандес на Тошича. Зоран Тошич побежал. Но в аут он побежал. Пугин вбрасывает мяч из аута. Бардачев. Блоякин. Валякин. Валякин и сыгран мяч практически. Цауня. Мозес Симон. Ну что придумает Вермлум? Отпасует на Головина. Нет, на Милана он пасует. И это не точный удар для Мозеса Симон. 56-я минута. 3-0. ЦСКА впереди. Пока это все происходит так, что должно было происходить. Кирилл Ковальчук на место Петра Немова. Украинский игрок.
выходит в составе Томской Томи. Кирилл Ковальчук. Вот Кочинков. Ударил только что от ворот. Березуцкий не успел побороться на верховом пространстве, на втором этаже как бы. Головин. И Головин бежит. Пытается что-то сделать. И вот что он попытался сделать. Ударил практически в правый угол ворот. Но Кочинков страхует себя. Пас на Цауню. Головин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая ошибка Головина сейчас была при исполнении этого удара. С носка просто пробил и мимо. Просто пробил с носка и мимо получилось. Пробить так еще с носка пониже, будет бы гол. Павел Голышев на место Евгения Балякина. Балякина. Итак, Кочинков, 77 номер у Томской Томи, пробьет от ворот. Прекрасно! Опасно сейчас, наверное, будет. От Камбарова не убежать. Ну что, Тошич бьет. Ну, ударил мимо, рядом. Практически было рядом со штангой. Теперь разыгрывает на пульщик Кочинков. Камбаров. Лях. Головин уже теперь. Головин. Он, ну, добей! Кочинков на месте. Цауня бил из неудобного положения, на который должен был оказаться Кочинков, но образовался какой-то провал в обороне Томи. Головин. И это был не удар. Это была уловка вратаря хитрая. Хитрая уловка вратаря. Головин разворачивается. Нужно пробить вот таким образом. И это 4-0. 4-0, дорогие друзья. 4-0. Головин забивает вот в таком положении. Посмотрите. С носка пробил и получилось вот так вот. Вот так вот у нас получилось. 4-0. ЦСКА впереди. Так что вот, Валерий Петраков. Господин Петраков. Ищите решение, как вам надо, как вашей команде лучше забить. Еще 5. Симон Миланов, Березуцкий, Головин. 4 автора мяча. 4 главных автора мяча. 4 главных автора голевых моментов. Ковальчук. Кирилл Ковальчук. Биг Фальви. Кирилл Ковальчук выдвинулся в атаку только что. Лях и... Ну, а Демфеева надо взять. Красавчик Демфеев. И можно вот сюда на свободного игрока, но свободных не было. Ковальчук не успел обработать мяч. Ковальчук. И вот Георгий Миланов. И вот Мозес Симон. Все в рамках правил, можно играть. Дудиев. Биг Фальви. Павел Голышев. Бардачев. Павел Голышев. Пугин. На Бардачева пас. Пугин. Биг Фальви. И вынос. Прекрасный вынос. И замена у команды Том. Георгий Дежоев. Георгий Джиоев. Джиоев. На место Анты Пулича. Георгий Джиоев на место Анты Пулича. И давайте посмотрим, как Валерий Петраков перестроил схему. Вот это нам будет интересно. Извините. Извините, дорогие друзья. Просто кашель не позволяет. А это пенальти? Пенальти в нашу сторону. Но вот это вот уже неинтересно. Смотреть, что сделал Василий Березуцкий. Если сейчас...
Один Биг Файли забьет. Втащил уже! Втащил Акинфеев! Красавчик! Георгий Миланов. Контратака ЦСКА состоится. Головин. Состоится ли контратака ЦСКА? И будет еще 5-0. Почти как Аргентина и Майка. Ну и затолкали нашего Головина. И атака, контратака не состоялась. Уже сухую игру проводит Игорь Акинфеев. Уже десятую подряд. Десятую в сезоне, вторую подряд. Несмотря на то, что были пропущены мячи. Фольвье. И вот сюда пасом на Миланова. Биг Фольвье. Вот один опасный момент у наших ворот уже произошел. Акинфеев взял то, что взял. Втащил то, что втащил. Головин. Против Джиоева. Джиоева. Георгий Джиоев не успел. И... ну еще, и пенальти, пенальти уж точно в их сторону, пенальти. Кочемков получает откровенно ничего, ни карточку, ничего, просто отделался устным предупреждением. Вот обратите внимание, вот, нарушение правил на Кочемкове, ну тут уж точно надо давать желтую или красную карточку. Ну желтую уж точно, потому что он провинился. Итак, Зоран Тошич. Итак, Тошич. Поменяем стартовую позицию. Удар. 5-0. И это 5-0, дорогие друзья. Почти как Аргентина и Майка. Мы втащили один пенальти, а мы забили им. 5-0. Классический разгром. Чисто классический разгром. Такого у нас еще никогда не бывало. Денджел Полк уже радуется. Не лукаво, не мудрство лукаво. Радуется Зорану Тошичу и его второму голу в РФПЛ. Так что вот, радуйтесь, гордитесь, дорогие болельщики ЦСКА, то, что у нас российский футбол не умирает, а живет. И хоть в разобранном состоянии, но все-таки живет. Голышев Павел разворачивается и пасует на Биг Фольви. Кирилл Камбаров. На Щенникова. Головин. И Головин. Ну же, 6-0. И сейв Кочинкова. Сейв причем невероятный. Посмотрите, вот. Дальний удар прострелил. И Кочинков на месте. Итак, корнер. И Кочинков вновь на месте. После вот этого корнера. Что сейчас придумает Березуцкий? Ну, атака не получилась для Томской Тамикой так, как она хотела бы. Миланов. Миланов, но он подустал. И Камбаров отбирает. Кирилл Ковальчук. И все. 5-0. С таким счетом выигрывает ЦСКА у Томской Томи. И это надежда на то, что мы сыграем лучше с Марсельским Олимпиком. И даже круче еще. Даже еще круче. Если Марсельский Олимпик проиграет в нашей встрече, в наиважнейшей встрече, по которой мы вам сегодня покажем. Которую мы вам сегодня покажем. Сегодня и покажем. Так что вот 5-0 не помеха для нас. Томская Томь разгромлена. Можно так сказать. Так. Ну и теперь. Давайте посмотрим на какой-то, на один из каких-то сейвов. Ну, Головина. Вот гол Тоши давайте посмотрим с пенальти. Вот такой гол с пенальти. Посмотрите, вот, изменил стартовую позицию. Пробил. И вот так вот. Никто не взял этот мяч. Никто даже этот мяч не взял. Уфа Терек
и Крылья Советов, Локомотив еще будут сыграны 4 декабря, но это мы уже видим потом. Ну что же, обновился рейтинг тренера, и на пресс-конференцию мы с вами отправляемся. Мы отправляемся на пресс-конференцию для того, чтобы покритиковать и тех, и других. Вот состав, ориентировочный состав Олимпика Марселя на игру с нами. Пеле, Сакай, Рейки, Кубачан, Бедемо, Диаби, Диара, Александрини, Энкуду, Кабеле, Брейтвейт. Но мы, не, ну мы хотя бы отменим вот это вот. Кабела просто лупит из пулемета, вот так скажем. Просмотрим задачи. Увеличить стоимость клуба на 20%. Два сезона только осталось. Продаж футболки за сезон. Ключевой игрок, один человек на позицию нападающий. Так, это все потом. Дойти до четвертьфинала. Вот стадия четвертьфинала у нас будет с Локомотивом. С Локо. Итак, у нас сейчас будет тренировка наших игроков. Флахен, вот. Венгеры. Центральные защитники. Мигель Паласиус можно сейчас обновить. Пасы можно обновить. Так. Защитников Паласиус можно еще можно взять. Владение дриблинг. Пробежка с дриблингом. Паласиус. Это характеристики. Защита, пасы, удары. Создание моментов. Для вратарей, вот для Мацумото поставим следующий. Следующее задание, выход 1-1. Рассчитаем все задания. Потому что надо развивать. Непобедимый ЦСКА. Вот уже Мацумото получил рейтинг 53. Ему осталось еще до рейтинга 54 еще немного. Итак. Санчо Ромеро принят контракт. Также, по-моему, принят контракт с нашим игроком молодежного состава. Санчо Ромеро и Висенте Лявадо. Два фланга атаки у нас будут в нашем распоряжении. В распоряжении у нас будут два фланга атаки в лице... Лавадо и Ромеро. У которых рейтинги низкие. Низкие рейтинги. Но мы еще покажем вам этих игроков. Один из Испании, а другой из Мексики. Так что будет интернациональный ЦСКА. Большой интернациональный ЦСКА. Не такой европейский, как должен быть. Не такой африканно-европейский, как должен быть. Потому что все игроки, которые перемещаются в Европу, африканцы, азиаты, американцы, попадают в клубные турниры. Итак, наиважнейший матч. Наиважнейший матч и... ЦСКА набирает 13 очков после 5 туров, имеет одну ничью, 2 ничьи у Ювентуса, 2 победы у Ювентуса, 1 поражение. ЦСКА выходит в автоматически, в следующую стадию турнира. 4 у Олимпика, если они не проиграют 3 место Лиссабонскому Спортингу. И там есть свои детали. Спортинг с Ювентусом будут играть. А пока мы играем сегодняшнюю игру. Играем вот эту сегодняшнюю игру. Итак. Все буквально здоровые. За исключением некоторых, которые будут играть. Которые не будут играть вообще. Судья Эрнесто Колумбано. Мы его запомним. Нужно запомнить этого арбитра. Эрнесто Колумбано. И посмотрим, как он себя проявит в играх с... В играх с... На,
в играх, в обслуживании игр, матчей, в обслуживании матчей с участием нашего клуба и клуба Олимпик Марсель. Итак, вот сейчас нажимаем кнопку Options. И вот появляются на арене ЦСКА два клуба. Олимпик Марсель и ЦСКА Москва. Наша задача сейчас не проиграть. Не проиграть итоговую встречу. Не проиграть последнюю встречу шестого тура Кубка Чемпионов. Мы еще, кстати, не посмотрели статистику, то в каком споре бомбардиров. Это мы все потом увидим. Все это мы потом увидим. Главное сейчас увидеть, как сыграет и ЦСКА, и Олимпик. Спортинг и Ювентус будут играть на определенном стадионе, но на Дели Альпи, на Ювентус стадионе уж точно. Вот состав ЦСКА. Акинфеев, Фернандес, братья Березовский, Ященников, Загоев, Дерман, Тош, Милан, Сауни и Симон. Схема 4-5-1. А теперь состав команды Олимпик из Марселя. Пока вы видите традиционное рукопожатие. В данную минуту вы видите традиционное рукопожатие. И состав команды Олимпик Марсель будет через несколько секунд. И вот как выставил тренер Олимпика. Пеле, Сакай, Рейки, Кубачан, Бедима, Диаби, Тиара, Товин, Нанкуду, Кабелла и Брейтвейт. Так что Алессандрини в запасе. Схема 4-5-1 такая же, как и у нас. Как они сыграют, как эти одинаковые схемы сыграют в обеих командах. Вот это мы с вами и увидим. Судья Эрнесто Колумбано может дать свисток о начале. Реми, Кабелла. 4 гола в прошлом матче. Интересно, как он сыграет. Нам сейчас главное не проиграть. Эрнесто Колумбано дал свисток. И начинается игра, собственно. Дзагоев, Тошич. Против Бедимо он борется. Энкуду. Очень сильный был навес. Сакай. Потолкался Георгий Миланов. Прекрасно. На Цауню пас. На Мозеса Симона пас. Но пронул в офсайде или нет? Это мы сейчас увидим. И вот Товин. Франсуа Товин. Кабеля. На кого же он сыграет? Ни на кого. Судья не останавливает атаку ЦСКА. Можно играть все в рамках правил. Томаш Губачан против Симона. Успешно. Лассана Диара. Знакомый нам игрок. Легенда французского футбола. Брейтвейт. Прекрасно сыграно в отборе. Теперь наша атака. Разворачивается Симон. Губачан не успевает. Ну и... Не получается. Березуцкий. Цауня. И Цауня вновь борется. Лассана Диара. Бедимо. Энкуду. На Диаби пас. Сакай. И вброс мяча из аута за марсельским Олимпиком. Вбрасывает на... Какого же он вбрасывал? Непонятно. Вброс мяча из аута за ЦСКА. Придерживает... Вермлун Товина. Товина. Разворачивается Товин. Диаби. Вынос. И игра рукой. Была. И штрафной. Опасный штрафной в исполнении Кабеллы.
Прекрасно сыграно. Вынесли. Симон пасует на Цауню. Тот пробрасывает на Миланова. Удар. И Пеле. Пеле. Вратарь Пеле тащит этот мяч. Итак, корнер в пользу ЦСКА. Как пробьет Миланов? Никак не пробил. Вот поэтому... Вот только поэтому и Миланов промахивается вот с такой позиции. Пеле на Тамашу Гбачана. Нгудуу. Кстати, Тамаш Гбачан знаком нам по и играм за Динамо и за Зенит. Как бы. Кейких нарушил правила, но все в рамках их, этих правил. Можно играть. Сакай Довин. Прекрасно. Брейтвейт. Еще одна атака. Сейчас, наверное, будет. Брейтвейт. И Березуцкий. Над Загоева. Над Сауню. И на Моза Симона. Моза Симон. Бежит. Продолжает наседать ЦСКА на штрафную соперника. И свисток. Свистки в адрес Марсельского Олимпика. И неудачно Моза Симон принял этот мяч. Пеле. На Сакая. Так что матч нам, по крайней мере, тяжело дается. Диара. Бачан. Бедемо. Брейтвейт. Кабеля. Прекрасно сыграно защитником. Симон теперь. Теперь Симон. Прекрасный гол можно за Симона. Посмотрите. Прекрасно. Как это не прекрасно, когда такие игроки забивают. Мозес Симон. Прекраснейший гол. 1-0. 28-я минута за ЦСКА. Мозес Симон, посмотрите, прокатил эту передачу. Теперь смотрите, что делает вратарь. Он ничего не сделал. Он просто не шелохнулся. Гбачан не успел отогнать Симона с дистанции удара. И вот так вот верхний уголок. Получился вот этот удар. Обнимаются Идзагоев и поздравляют друг друга. Мозес Симон, первый гол в Кубке чемпионов. Вот таково наше усиление в нападении. Москва. ЦСКА ликует. Пока еще рано ликовать, но чем ответит Олимпик Марсель? Вот это нам будет интересно. Энкуду. Энкуду. И Березуцкий переводит мяч на корнер в пользу Марсельского Олимпика. Итак, давайте посмотрим гол Мозеса Симона. Очень даже прекраснейший гол. Вот такой вот гол. Итак, Товин подает корнер. Корнер в пользу Марсельского Олимпика. Локами играет Акинфеев. Сауня. На Симона. Кетик. Ретик или кто там должен быть, я не знаю. Бедемона Товина. Нкуду. Ну кто же теперь? Нкуду пробил и в руки Акинфеева низом. О, как прекрасно. Можно было сыграть поточнее в защите. Щенников подбирает. Сауня. Покатилась атака ЦСКА. Продолжается атака ЦСКА. И вот Симон. Симон, ну.
И корнер. Пользу ЦСКА. Тамаш Губачен спас от удара. И вот. Березовский Василий не успел пробить. Так что вот мы видим то, что мы видим. Пеле на место Вермлума. Пеле и Вермлум. Рейкик. Сакай. Мне что так. Мне не в одну кучу слились эти другие команды. В общем и целом, Бедимо. Брейтвейт. Что же придумает Брейтвейт? Прекрасно. И за Гоя все в рамках правил можно играть. По-прежнему не открывается чат. У меня открылся только что чат Твича. И Брейтвейт против Щиникова. И вот Брейтвейт. 4 минуты добавил Эрнесту Колумбану. И это завершающий первый тайм на ЦСКА арене. Какой прекрасный сейф Пеле. Тошич. На Миланова тот. Он еще побороться. И Губачан подставляет себя. Под этот выстрел. Кто же доиграет? Кто доиграет? Первый тайм. Но пока 1-0. Пока 1-0. И команда уходит на перерыв. Эрнесту Колман дал свисток на перерыв. А нам придется сейчас посмотреть, кто как сыграл. Между прочим, Ювентус проигрывает Спортингу. И если Спортинг обыгрывает Ювентус за счетом таким же, как у нас, то Спортинг выходит на третье место и убирает Олимпик Марсель с третьего места. Наполи 1-0, Лестер 2-1, проигрывает ПСЖ. Лестер проигрывает ПСЖ 2-1, 2-0 в Порту Ольборг, 0-0 Селтик Андерлехт, Атлетико Мадрид Милан 1-0, 1-1 Вердер Базель. И сейчас это все решится во втором тайме, потому что второй тайм очень намного важнее, чем первый, потому что в первом тайме голов много назабивалось, так что вот все, что видим, то и видим. Второй тайм начал Олимпик Марсель после свистка Эрнесто Колумбано. Бедемо. Кабеля. Диаби. Брейтвейт. Отбирает Березуцкий Алексей. Вермлум. Цауня. Цауня бежит. Цауня побежал, но он тут устал. По-моему, видимо, что у него со здоровьем не так. Прекрасно сыграл Зоран Тошич в подкате, но обработать мяч не успел. Товин. И брос мяча из аута за марсельским Олимпиком. Так, нам придется сейчас сделать какую-то замену по состоянию здоровья. Так, Дзагоев идет сюда. Так, Тошич будет на месте Головина. Головин будет на месте Тошича. Алексей Ионов будет потом еще одна замена. Моза Симон, Дзагоев. Вот мы поменяли Миланова и Головина на фланге. Дзагоев остается в центре. Остается в центре Алан Дзагоев. А вот посмотрим, что сейчас будет с вот. Все чисто сыграно, можно играть. И травма. Травма у кого? У Диаби травма, он пропускает встречу. А какую, непонятно. Но, видимо, встречу Лиги 1. Александр Головин вместо Зорана. То, что вы видели только что, это подтверждение. И замена у
Олимпика Марселя. Вместо Диаби вышел Гомеш. Гомес. Головин пробрасывает себе на ход мяч. Сакая против него. Головин. Головин побежал. Не побежал. Щенников. Очень опасно. Был у ворот Пеле. 1-0. По-прежнему 1-0. И ЦСКА впереди. Кабелия. Щенников против Кабелия. Сохраняет мяч для команды Убровки. Но теряет его игрок Марсельского Олимпика Кабелия. И атака идет следом одна за другой. Сакай на Тувина. Контратаки следуют одна за другой, если можно так выразиться. И мяч у Тувина. Мяч в игре. На Гомеса. Бенимо. На Диару. На Бенимо. Кабеля пас. Сао не побежал. И Гомес. И Диара. И свисток для кого? Для Березуцкого. Желтая карточка Василию Березуцкому. Посмотрим, что там было. Ну, определенно нарушение правил. Удар по ногам. По обеим. Итак, Кабелия. Стенка сыграла. Сыграла вот эта стенка. Вздохнул стадион. Причем эмоции с разных сторон понеслись. На Симона был пас. Но... Диара. Продолжает атаку Марсельский Олимпик. Внимание теперь. Теперь не внимание. Теперь уже ЦСКА начинает свою атаку от своих ворот. Но... Бедемо отобрал. Дзагоев побежал. Пасует на Симона. Короткими размашистыми движениями совершил только что вираж. И чужой штрафной практически. И Симон 2-0. И верхом на кошке. Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. Посмотрите, вот это вот. Вот этот вираж. Прямой вираж. Но не крутой вираж. Симона заканчивается успешным ударом. По воротам Марсельского Олимпика. И 2-0 впереди ЦСКА. Моза Симон. Два мяча в Кубке Чемпионов. Все решается на наших с вами глазах. Моза Симон. Дубль. Дубль у Моза Симона. Рэкик. Сакай. Загоев против Гомеса только что был. Так, теперь надо перекрывать. Хорошо, Березуцкий. Василий. Александр Головин. И не успел Моза Симон обработать мяч. В то время как Гомес начинает атаку от своих ворот. Гомес, удар. Опять блок от защитника попадает. Мяч защитник попадает, точнее. Симон. На Вермлума. Вернул, подустал. Нужно сначала раскатать всю эту атаку. Березуцкий. Щенников. Головин. Головин бежит. 70-я минута нас еще ожидает. Так, ну нам придется сделать замену Георгию Миланову. Почему? Потому что Георгий Миланов будет как бы... обмениться местами со Странбергом. И тогда мы поменяем вот такую схему. 4-4-2 на удержание. Вот такая схема у нас появится. Дзагоев. Так что Дзагоев будет, скорее всего, там. Головин остается на месте. Цауни подустал. И меняем его на Алексея Ионова. На Ионова меняем. И на Дзагоева сразу же меняем места. Интересно, как сыграет эта схема? Возможно, что
сыграет. Так. Так что те, кто уже и так выбивает. Потому что сейчас будет замена ЦСКА. Причем даже, я бы сказал, двойная. Алексей Иванов, Иван Странберг выходит на место Георгия Миланова и Александра Цауни. 11 и 23 на место 8 и 19 номера. Так что вот мы видим то, что видим. 2-0 впереди ЦСКА. Алексей Ионов принимает аплодисменты, то, что он выходит сейчас на поле. Алексей Ионов. Резервист запасные вступает в игру как... Вот Ионов. Алексей Ионов. Ионов побежал, 11 номер. Пасует на Странберга. Странберг. Удар. Пока замен играет не так блестяще, как нам казалось. Удар. И рядом со штангой. Пере. Разыгрывает на Кубачана. Рейкик. Сакай. Брейтвейт. Диара. Диара бежит. Березуцкий и Головин поучаствовали в этом. Поучаствовали в начале контратаки. И вот Симон. Ну же, бей. В штангу попадает Симон. Как так произошло? Посмотрите. Еще раз смотрим. Вот. В штангу попал. Ну это невероятнейший момент. Невероятнейший. Пеле. Пробьет отворот. Замен пока у нас нет. Все, что мы сделали, все использовали. Три замены у нас уже есть. И все уже использованы. Рене Александре не вышел только что на поле. Мне интересно, на место кого. Вот. Корнер в пользу ЦСКА. Загоев и Головин. Невысокого роста никто не может. Никто против невысокого роста не забьет. Фернандес и промахивается Фернандес. Промахивается Фернандес. Марио Фернандес промахивается. А все дело в том, что команда ЦСКА идет на пути к 1/8 финала Кубка чемпионов. Рейкик. Рене Александрини, Лосана Диара, Энкуду, Губачан. Губачан сместился на атакующий фланг. Энкуду. И прекрасно Акинфеев тащит. Тащит Акинфеев. Просто залюбоваться можно. Симон. На Вермлума. Теперь на Головина. Не было, по мнению судьи, офсайда. Затолкали Головина. И вот отбор мяча. Пеле. Пробьет отворот. Кто сыграет в первом? Наверное, первым сыграет Марсельский Олимпик. Кабеля. Странберг. На Симона. Вернул мы есть подключение как бы справа. Симон. И не получилось. Ничего не получилось. И команда ЦСКА выигрывает по-прежнему в счете. 5 ударов против 3 у Симона Энкуду, соответственно. Рене Александрини, там ваш Губачан. Рене Александрини. Бежит Рене Александрини. Не дает Акинфееву пробить. Не дал пробить, ждал, пока никто не перебежит мимо мяча. И все-таки фанатский сектор ЦСКА радуется. Акинфеев. И 4 минуты добавил Эрнесто Колумбано. Эрнесто Колумбано добавил 4 минуты. Мог бы добавить и поменьше. Одну минуту уж точно. Головин. Головин побежал. Все решается вот здесь, в этой игре. Упали оба игрока. Стычка была между игроком ЦСКА и игроком Марсельского Олимпика. Но это не важно. Кабеля. На Брейтвейта. Но нет, Березуцкий подставляет себя под этот мощнейший выстрел. И 2-0. ЦСКА
выходит в 1/8 финала Кубка чемпионов EA Sports. Вот такое начало сегодняшней игры. Мозес Симон 2 удара, 2 мяча и 5 ударов нанес по воротам марсельского Олимпика. И Мозес Симон становится лучшим игроком встречи. Даже если кто-то забивает 3, то безусловно это герой встречи. Но вот, судьба выпала в сторону Мозеса Симона. Итак, поехали дальше. А точнее, мы уже можем завершить первую декаду сезона. Первую половину декады футбольного сезона. Итак, Спортинг обыгрывает Ювентус и перемещает марсельский Олимпик на 4-е место. И вот рейтинг у нас уже обновился. В призовой фонд турнира нам положены 18500. Увеличили трансферный бюджет на предстоящий сезон. Вот так вот. Вот такая вот игра. 82 общий рейтинг. Новый герой в команде ЦСКА. Комитет ЦСКА. Хорошая работа. Мы получили трофейчик, кстати. 83 общий рейтинг тренера. Так, полное выздоровление у наших игроков. Риск потерять игроков в количестве 6. Хочу напомнить, что у нас есть игроки, у которых скоро заканчиваются контракты. Березутский, Щенников, Тоша, Чепчуков, Набабкин, Березутский. Переходим к контрактам игроков. Так. Ну, Березутский. На год. Зарплата в неделю 80 тысяч. 80 тысяч евро. Ключевой игрок. Щенников на 2 года 60 тысяч. Важный игрок основы. Тошич на год 90 тысяч евро. Ключевой игрок. Головин. Тысяч. Нерегулярный игрок. Березутский. Березутский на 1 год 60 тысяч. 60. Важный игрок основа. Набабкин 1 год 60 тысяч. 60. 60 тысяч. Важный игрок основы. Чепчугов. 1 год. 25 тысяч. Нерегулярный игрок. Базилюк. Константин Базилюк. 15 тысяч можем поставить. Поставим на будущий игрок основы. Итак, ведутся переговоры. Контракты будут продлены в текущее время. И вот в Кубке чемпионов мы играем с Ливерпулем. Знакомое всеми нами противостояние по Суперкубку УЕФА. По Суперкубку УЕФА у нас... очень хорошее противостояние. Мы тогда его проиграли. Проиграли мы его тогда. И вот, посмотрите на вот эти пары 1/8 финала. Порту, Аякс, Челси, Селтик, Наполи, Атлетико, Пари Сен-Жермен, Гамбург, Барселона, Бавария, Манчестер Юнайтед, Ювентус,
ЦСКА и Ливерпуль и Реал Мадрид против Баруси Дортмунд. Так, ну что же. Посмотрим. Три контракта уже принято, по-моему. Посмотрим еще что. Игрок молодежного состава хочет уйти. Есть. 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 Общение с игроками. Кирилл Набабкин говорит, что продлил контракт, но на данный момент не то, что он ищет. В ближайшее время решит, где хочет играть. И даст нам знать. Точнее, даст знать Д'Анджело Полку. Даст знать Д'Анджело Полку. Итак, сразу в почту. Игроки под прицелом скаутов уже. Амершуа Омиардия. Шама Самарматуп Кривой Александра. Лямин Тагмуи с Контрол Юнайтед. Джайник Кюн Депортиво Люквик. И Леон Феликс Лянг. Феликс Лянг. Хаширо Кабаяши. Хаширо Кабаяши. Ну и сразу трансферы. Сразу же идут трансферы. Масаки Униши. Масаки Униши. Масаки Униши. И что по нему, по информации. Посмотрим сейчас. Шеф, хочу еще раз с вами поговорить. Это трансферное окно, мой шанс начать все заново. Дайте мне такую возможность, продайте меня в другой клуб. Игорь Акинфеев. Трансферное окно. Но мы запретим. Мы запретим. Запретим продавать Акинфеева. За 11500. Потому что он нам еще нужен. Он нам еще нужен. И давайте по трансферам сразу продать игроков. А Нене хочет. Хочет на трансфер. Добавить список на продажу. Добавляем в список на продажу нашего игрока, который завершает. Который завершает уже официально. Официально завершает. Предложение трансфера Алексей Гасилин. Но в Мец мы его не продадим. И то же самое в... Так, сразу отчет скаута. Те, кто были, остались в других клубах. Оливер Зиглер. Подписываем контракт. Поиск игроков завершен. Отчет скаута следующий. Ислам Селими. И следующий отчет. Миардия, так. Вот Юсуфа Сомали. Те, кто официально проходит, уже прошли. Оливер Циглер. Можем с ним подписать. Поиск в этой стране уже завершен. Итак, что же по трансферам? Что же по трансферам? Давайте мы сразу же на это увидим. Марио Фернандес. В Манчестер Сити. Да вы издеваетесь. Да вы издеваетесь просто. Запрещаем. Он еще нам нужен. Мозес Симон. Борусь Вольсбург. Они издеваются, что ли, над нами?
Издеваются просто. Просто издеваются над нами. Просто поиздеваться над нами решили. ЦСКА, отличная работа. Связь с общественностью. Еще один трофейчик мы получили. Алан Загоев стал объектом внимания одного из клубов. Боруссию Дортмунд? Да вы издеваетесь просто. Ставим запрет на продажу игрока. Запрещаем каждому продавать. Манчестер Сити купил Смольникова за 2500. Вот это интересно. Об уходе из клуба. Тренер, хоть я и заявил о намерении, что на моей игре в нашем клубе это никак... Тренер, хоть я и заявил о намерении сменить команду, я ответственно заявляю, что на моей игре в нашем клубе это никак не отразится. Чума Нена стал объектом внимания одного из клубов. У нас на руках есть предложение на трансфер. В вашей папке вы найдете детали, мои комментарии. Знакомьтесь с ними. Папка трансферных переговоров. Крылья советов. Ну, за... 1600. Отправляем Чуму Анене в крылья советов. Чума Анене в крылья советов. Игрок продан. И, соответственно, понизился чуть-чуть рейтинг. Руководство Спартака потрясено заявлением Таши. Сенера Таши. Значит, давайте зайдем. Остановка симуляции. В Дании. А теперь мы отправляем куда-нибудь в Ирландию. Так, ну и трансферы сразу же. Можем подписать кого-то из наших... из центральных опорников. Нападающий. Вот, например, можем Ричаро Живковича из Утрехта. Хуан Уиджо. Бенджамин Тете из Лиежского Стандарта. Бертран Троуре. Бертрана Троуре мы можем подписать. В аренде в клубе Аякс. Эбенезер. Недавно перешел. Никола Шторм. В списке аренды. Бенджамин ТТ. Можем Бенджамина ТТ. На позицию многообещающий. Бенджамин ДТ покупаем. 19 лет и 193 сантиметра его рост. Он нерегулярный игрок. На сезон. Но можем сейчас... Пока не можем никого покупать. Можем вот сейчас Ландри Димата или Ли Гуандьока или Гарольда Пресиадо. Вот Бертран Троуре мы не можем, потому что он в аренде. Гарольд Пресиадо. Потом так сразу же можем сейчас усиление основы. Дирк Кюйт. По ним отчет, кстати, завершен. Лидун Гук из Джон Бук Хюндай. 37 лет. Дирк Кюйту 36. Вратари не найдены. Усиление основы. Лидун Гук. Отчет завершен. Всего 74 у него рейтинг. Так что вот мы начнем. По нему он заканчивает карьеру,
Ведете Александр Киржаков. Контракт заканчивается через 6 месяцев. Договориться о подписании по истечении контракта. На 60 кисарей мы его будем покупать. Не уточняем. Пока нет амплуи. Вот Александр Киржаков. Киржаков вступит в наш состав по истечении вот этого трансферного окна. Есть! Александр Киржаков у нас в команде ЦСКА. Игрок Зенита и, по сути, best player у Фраша. Итак, пока нет приобретения у тех и других. У Тульского Арсенала Спенсер, Оремо и Дальмонте. У ушедших Анене, у пришедших Киржаков. Пунчич, Умденович, Пьер, Рошевуэль. Валькаре, Телло, Кабалеро, Анене, Каннибалоцкий и Маркезин. Лопес здесь. Бродилитка. Смольников, Киржаков ушли. Амкар. Ну, пока никаких приобретений нет. Смотрим вот сейчас на главные сделки. Новейшие сделки. Корея в Тоттенхэм. Литика. Литка в Тойм. И Цоллер в Вольсбург. Так, ну пока что... Всемирная трансферная сеть. Добавим новую задачу. Добавим новую задачу. Так, на другую задачу. Добавим позиция нападающий. Нападающий. Любая особенность. Так, ну и смотрим. Скаут в пути. Это потом. Столько уведомлений было прочитано сейчас. Так, дальше. Потрачено 8 миллионов евро сейчас. $31 миллион сейчас. Потрачено на 8 часов оставшегося трансферного окна. Эмре Джан в Тоттенхэм, Джорджиньо в Ливерпуль и Верратти в Баварию. Так что Александр Киржаков по-любому войдет в наш состав ЦСКА. И пора уже, я думаю, приступить к завершению нашего стрима и к спору бомбардиров в Кубке Чемпионов. 4 часа осталось. Юнайтед, Манчестер Юнайтед ликует. К клубу присоединяется Роберт Левандовский. Вот это интересно. Нэнголан также интересно. Манчестер Сити, Раджан Нэнголан. За 100-500 миллионов. За 100 миллионов 500 тысяч евро. Джанаев ушел. Куда ушел, непонятно. Джанаев. Посмотрим по нему. Троянский. В какой-то клуб, Сири в Оренбург и ЧС в ДЗС в Крылья Советов. Трансферное окно уже закрывается. И вот таким образом мы понизили себе рейтинг. Получена награду тренеру, тренер месяца. Итак, трансферное окно закрыто. 286 миллионов 310 тысяч евро потрачено во всех лигах. Трансферные документы истекли. И все незаконченные сделки не могут быть завершены в этом сезоне. Вот так вот. У нас теперь февраль. Итак, Илья Помазун хочет обсудить наше жалование. Итак, полное выздоровление у Астемира Гордюшенко. Здесь есть дополнительных игроков. Так, ну, в общем, обсуждаем жалование Ильи Помазуна.
Илья Фомазун. Вот он. На 2 года 3900. Будущий игрок основы. Соответственно, предлагаем новый контракт. Кто сказал, что все продления не на трансфере? А как раз продление есть. И удачи в регионе Нидерландия. Принято предложение. Счет скаута. И на пресс-конференцию мы отправляемся, потому что у нас Юрген Клопп против Д'Анджело Полка. Вот это будет противостояние, если честно. Филиппе Коутиньо. Но похвалим лучше Сталинджа. Сталинджа лучше похвалим. Который великолепно играет в Кубке Чемпионов. Но оправдается ли это все? А играем мы при чем? Причем мы играем. Грядущий матч станет решающим для нас. Может стать решающим для нас. Я в отличной форме и уверен, что в нем должен играть я, а не Цауня. Ну, посмотрим. Посмотрим, что. Вот Еременко на пике формы сейчас. Цауни, Еременко и вот можно Кержакова. Кстати, Кержакова. А где он, кстати? Где Кержаков? Что-то его не видно. Не видно Кержакова, кстати. Не видно, по-моему, Кержакова. Мы вроде бы его подписали. О, мы его отклонили. Подождите. Ай. Ну, посмотрим. Посмотрим, Флакен есть, так. Значит, Гасилин официально. Лаваде. Да. Видимо, я отклонил этого игрока. Что-то я его отклонил. Но ничего. Ничего страшного. Хотели подписать Кержакова, но в итоге отклонили. Ну ладно. Европейский матч с Ливерпулем вы увидите в нашем следующем стриме. С вами был сегодня Супер Дизет. Спасибо всем, что смотрели. Всем пока.